Меня зовут Марфина Екатерина Александровна. Я руководитель студии исторического танца «Исток». Сегодня у нас послевоенный бал 40-х-60-х годов. Мы проводим подобные мероприятия уже 6 лет подряд. А до этого у нас были довоенные балы 30-х-40-х. В этом году решили более ближе к нашему времени сделать бал. Звучит музыка Чарльстона, вальсы, one-step. Вспоминаем те времена, вспоминаем то, как раньше танцевали, как раньше веселились. Обычно это было в парках с гармошкой, с гитарой или просто под аплодисменты. Мы сделаем сейчас по возможности масштабнее. Прошлые довоенные балы у нас проходили, начало было положено в Сахарке, то есть это клуб сахарного завода номер один. Мы проводили также балы в нашем педуниверситете в прошлом году. В позапрошлом году также здесь было в молодежном центре «Родина». Хотели на самом деле сделать эти мероприятия более городскими, хотелось бы, да? В этом году не совсем это получилось, но думаю, в следующем году мы все-таки постараемся это сделать. Сегодня все танцоры, именно из студии исторических танцев «Исток», из творческого объединения «Традиция», подготовились, приготовили костюмы, то есть это чаще всего ситцевые платьишки обычные, которые не выше колена были, с закрытыми плечами, красивые бантики, белые носочки. Все под те времена. Готовились месяц до бала. Приглашали всех. Бал, как и репетиции, у нас были бесплатные. Проводим их каждый год для людей, чтобы больше желающих было. Также сингл 22, молодежное объединение, помогает нам уже который год мероприятий. Молодежный центр «Родина», на базе которого мы проводим второй год это мероприятие. И, конечно же, любимые зрители, всем хочется сказать спасибо за то, что этот бал из года в год у нас получается душевным, семейным таким, радостным, в честь нашей великой победы в Великой Отечественной войне. Над Россией моей. Аплодисменты! Thank you.
Прямо очень довольны, почаще так радостно, да. Мероприятия проводить, да. Почаще. Конечно, всем конечно. Танцором. Такие праздники, как 9 мая, особенно День Победы к 9 мая, это а обязательно. Сейчас. Участники. Да хорошо, народу только немного маловато и сидеть не на чем. Вообще просто вот хорошо. Да, это ностальгия по старому, конечно. Прям в это кино, типа. Вновь как прежде каштаны в цвету, я опять, я вас жду.